Самое ценное знание, доступное человечеству, это распознавание, это страдание, это причина страдания, это угасание страдания, это способ жизни, ведущий к прекращению страдания. Четыре истины, которые открыл нам Будда. Начало цитаты. Монахи, это благородная истина о страдании. Рождение – это страдание. Старение – это страдание. Смерть – это страдание. Печаль, горе, боль, стресс и отчаяние – это страдание. Связь с нежеланным – это страдание. Отделение от желаемого – это страдание. Неполучение желаемого – это страдание. Если кратко, то 5 совокупностей, подверженных цеплянию – это страдание. Бхикху – это благородная правда об источнике страдания. Это желание, которое ведет к новому рождению, которому сопутствуют страсти восхищения, находящее наслаждение то тут, то там. То есть жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Бхикху – это благородная истина о прекращении страдания. Это безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и отбрасывание ее, освобождение от нее, отсутствие опоры на нее. И это, бхикху, благородная истина о пути, который ведет к прекращению страдания. Это благородная восьмиаспектная тропа, то есть правильное понимание, надлежащее намерение, соответствующая речь, правильное поведение, правильные средства к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Конец цитаты из первого наставления Тадхагаты для 5 первых учеников. Сутта о приведении в движение колеса Дхаммы. Самьютта Никая, 56.11. Прошу меня простить за неточности перевода на русский язык. Выражаю свое почтение Тадхагате, Дхамме и Санхе учеников наивысшего существа Вселенной.